Конституционная реформа как механизм децентрализации власти. В Национальном техническом университете прошел круглый стол, на котором обсуждали изменения в основной закон государства. Изменения в Конституции символично обсуждают накануне Дня Конституции. Считают, подготовленные предложения после всенародного рассмотрения лягут на стол президенту и в Верховную Раду, став таким образом залогом светлого будущего. Уверен, что именно сегодня, когда происходит политический події, які саме викликані неузгодженостями у співвідношенні між гілками влади, у співвідношенні між повноваженнями регіонів, питання децентралізації, питання регіональної влади, питання, які через конституційну реформу мають об'єднати нашу Україну як єдину соборну державу. Предлагают внести изменения в процедуру импичмента президента, судопроизводства и провести административно-территориальную реформу. При децентрализации власти обещают трехуровневую систему: регион, район, громада. По медицинскому обслуживанию область планируют разделить на 5 госпитальных округов. За базис берутся третий уровень медицинской помощи. Это та медицинская помощь, которая может оказываться высококвалифицированными и хорошо подготовленными учреждениями. Органы местного самоуправления смогут объединиться с центром не дальше 10 километров. Особенно актуально считают, такая схема окажется для небольших сел. Что же удастся принять из изменений в итоге, станет ясно после всеобщего обсуждения.